Ну что ж, вот, кто смотрит мой видеоканал, помнит, что недавно я снимал еще по зиме это место. Вот во что оно превратилось. Вся дорожка полукругом, правая сторона вся примятая. Так вот они тут и ездили. И никто ничего с этим не делает. Ну, попробуем найти среди нового и что-то интересное. Пойдем сходим на три самолета, посмотрим, как выглядит парк. Вот, юбилей. Когда все цветет в такое время. Юбилей. Вот со мной Тимур сегодня. Вот, пошли. Итак, посмотрим на наш новый парк в мае. Как вот теперь все тут выглядит. Более позитивно, чем зимой. Но вечером, наверное, еще интереснее. Как-нибудь надо и вечером посмотреть. Вот такая тут красота у нас среди берез. Появилось такое живое местечко в Семилуках. Вот, можно всей семьей приходить, у кого вот маленькие дети, вот, проводить досуг вместе. Вот, довольно-таки комфортно. Вот. Вот такой вот у нас теперь парк. Хороший в березовой роще. Вот тут спортивная площадка даже есть. Вот такие тут виды новые. Вот такой вот тут теремочек хороший за деревьями, с горочками. Красивое место такое, интересный поворот. Вот. Ну, я доволен за наш новый парк. В городе стало комфортнее. Вот так, присел на лавочку, а тут кругом деревья, как посреди леса. Вообще класс. Где-нибудь вот так вот гулять, пройти, отдохнуть, остановиться. Вообще, тут все прям хорошо. Ну и напоследок вот с этого ракурса посмотрим на наш новый парк. Че вот люди возмущались перед его строительством. Вообще класс. Вон что-то еще будет за решеткой попозже. Класс.